Да, она стоит там уже давно. На территории нашей есть? Да, я на территории тут сижу. С какой стороны? Но я не на палатках, а рядом тут это в елке сижу. Вот я сейчас выйду. Вот я вышел. Вова, кто-то бежит вдоль забора. Кто вдоль забора бежит? А, ну я вот слева в елках. Вон он бегает сам, во второй. Так, второй ряд от нас, это получается от одиночной тюрьмы. Второй ряд, он там бегает сквозных. Угу. Ну что, у него оружие есть? Да. Я прикрываю, понял? Вон еще человек бежит. Это кто у нас? Это я к елочке подошел. Я. А, это ты. Он внизу бегает. Вон он внизу, обратно возвращается. Так, сейчас возвращается обратно. С калашом. Опа, опа. Типа он вышел. Бля, в палатку зашел. Я про него говорю. Вон, о, там перестрелка. Да это я стреляю по типу тут. Смосенька тип. Так, у него щикает. У него чикает, он упал мертвый. Блять, я уж тебя хотел мочить. Не-не-не, это я. Так, я перезаряжаю. Типа убил. Смосинг. Я тут сижу, тебе спину прикрываю. Костин, Костин какой-то. У него пистолет есть? Нет, у него мосинка в руках была. А кто? Так, я вышел из этой палатки. Там еще чувак бегал. Ходи, там да, еще да. Кто-то есть. Я ушел, ушел. Я с него все скинул и ушел. Чтобы лут он это не спрятал. Костин Хаска. Костин. То есть. Надо на левей. Пойдем к нашему лучше. Ну, левее. Левее я не хочу. Меня тогда ебанули в кустах. Помнишь? Я тоже, по-моему. Лучше не идти к этому клекрашу. Он в очень опасном месте. Конечно. Да, да. Сейчас не надо. Есть, нахрен нам что-то нужно. Так, я около дороги. Опа, опа. Кто к трупу подходит? Я. Не-не, не я, не я. В палатку, да? Дальше? Нет, мы да вообще вдвоем. Топором, бойцов. Чувак с топором зашел в палатку, блядь. А, ну вот это тот, второй. У него вот это вот вторая, да, палатка? В руках. Я иду. Так, вижу. Что, прикроешь меня, Егор, Борис? Егор. Ну, я вижу только вот вход один, а второй не вижу, потому что она сквозная, по-моему. Не-не, не сквозная, это вот этот ряд, он полностью такой двойной. Точнее, одинарный. Сбоку. Да не, а вон они расстреляют. Тихо. Перед дорогой. Тихо, кто-то тут сбоку бегает возле дороги. Егор, уходи. Я сижу около дороги. А, это ты подошел только что, да? Не-не-не, я не подошел, я уже давно. Ну, где-то секунд 30 сижу. Ну, в елке-то сейчас двигался или нет? Чуть-чуть, да. Ты вот слышишь, сейчас меня я хожу? Нет. Тихо тогда. Блять, я тут ебанутый вообще. Уходи, Егор, твою мать. А, это зомби. Да тихо вы, блядь. Я вот за вас не слышу как раз. А, это зомби. В доте, чувак. Ебаш. Не могу стрелять. Блять, он прям мог меня убить. А он где, на втором этаже? В каком доте-то? Наш квадрат. А, в квадрате, блять, в доте, блять. Как ты говори, квадрат. Дота тут 2, а квадрат 1. Да. Квадрате, чувак, Эльдар, пойдем обойдем, чтоб нашим. Подожди. Тут стрёмная тема, тут еще кто-то бегал. Похуй, я спустился чуть ниже, понял? Да нас из этого квадрата, я за тобой бегу. Могут и ебануть. А мы не бля, я уже не подходим. Знаю, я тут по сторонам поглядываю, он может уже и выбежал. У него жёлтый пацан. Я отходил, просто я не видел даже, если он вышел тоже. А ты убежал, он где-то через минуту прибежал. Нет, я подбежал тоже, смотрел все это время, но я отошел кстати, потом. Дота простреливается, мы можем просто очередь. У меня МК, я просто я его пока уже. Я его не вижу, Санек. Его. Ну, стреляли, только что, щелчки были. Меня стреляют на той стороне, на той. Блять. Где на той стороне? Я той вижу. Стороне. Я вижу его. Стреляет. Он сюда стреляет. Кто стреляет? Я стреляю. Где он? Где, блядь, я не пойму. Там, где твоя любимая ангар, позиция. Он там в лесочке сидит. Твоя любимая позиция в уголке там. А, зомби вон бежит. Да, я вижу зомби, но его не вижу. Я к тебе ползу, да. Я убежал. Не надо ко мне ползти. А вот он, вот. Он убежал к этим ангарам. Да, он убежал. Так, а, это понял, где? Я находил, тихо. Палатки, хуй, сейчас я его блядь, снимаю. Тихо. А. Гражданским ангаром убежал. Все, понял. Он в палатках ходит? Да, он в этой палатке, где труп сидит. Окей. Сейчас я обойду его с
сбоку. Так, Санек, а мы с тобой что делаем? Обходим? Идем? Убил вроде. Я. Блять, ты убил? Не знаю. Да, убил. Это батунцел какой-то. Батанцел. Вот. Скинул все с него. Елки один, сейчас 2 секунды. Отдышу. Снимай. Так, я возле блядь, этой электропередач. Куда побежал? Да, около нас, около елки, за заборами. Блять, помогите! Помогите, я еще. Так, меня слушай, стрельбу. Слушай, стрельбу, слушай. Бля, не пойму где. Сука, он уходит. Видишь его, Эльдар? Ебаш, ебаш. Релоуди. Так, я его не вижу. Я жив. Где он? Куда он ушел? Куда он ушел? Куда он ушел? Куда он ушел? Алло, блядь. К одиночной. Фермяк, одиночный. Убегай, Борис. Куда убегать? Вниз, вниз спускайся, я тут внизу. Я сижу. Да, я рядом с тобой. Я вниз отошел, у меня что-то с собой моя проблема. Он только достает патрон, ебанутая система. Я не мог попасть по нему, почему не знаю. Кто это? Так бегает? Вот вы сидите, я. Тут бегаешь, он тут бегал только, блин, елки-палки. Ну вот я тут бегаю, я наверху бегал, никого не видел, он где-то тут. Там внизу. Не-не-не-не-не, он убегал не в ту сторону. А в какую он убегал? Да, в сторону одиночной. Ну, я понимаю, то есть вот я там наверху бегал, я никого не видел. Ну так он здесь везде бегает, он не обязательно туда побежал, понимаешь? Он внизу будет, скорее всего, где-то сидеть. Он бегал наверх, потом направо. Парень, взял. Он живой? Он в зеленом, да. В зеленой куртке, аккуратно. Бежал? У меня черная. Блин, куда убегу? Я не знаю, где враги, я просто сижу под елку, смотрю по сторонам. Перевязал хотя бы? Конечно, это Егор. Так, это Егор, да, к нам поднимается? Да, да, я. На углу, чисто на углу, давайте я на угол. Да, мы угол только что отбили. Давайте я на угол бегу, перевяжите меня, я с этим сраком бегу. Сейчас. Ты кровоточишь? Да нет, ничего я не кровоточу. Блять, как я по нему не попал, а, ёпаный врач. Я не знаю, я просто уже зажимал. Так, я возле угла прям нахожусь сейчас. На углу. Блять, так вот я вижу, тут бежит. Так я тут. Ага. Забивайте мне, блять. Иди сюда. Пиздец, блядь. А я думал, вот этот черт стреляет, я, короче, лёг. Бля, стреляет! Со стороны палаток откуда-то? Бежит с пистолетом, со стороны палаток к вам. Где? Там еще с калаша стреляют издалека. Внизу кто? Внизу кто? Я внизу. Убегаем. Наши там двое внизу. Там издалека стреляли по нам. Ебать, зажимает. По мне стреляют. Где? Это наш? Да. Снаружи. А бежит. Вон, наверху кто-то упал. Кто упал? Я убил. Меня не надо стрелять, Борис. Вон наверху там бегают. Наверху еще кто-то стоит. Борис, что ты рядом-то бегаешь? Кого убили, блядь? Я лег. Там вон по кому стреляют, кто бегает? Ты троих убил. Один без рюкзаков, я троих положил. Там еще один елки упал, четвертый. Вы че, сука, бросили меня? Да тут хуй поймешь, по кому стрелять было, блядь. Я смотрю без рюкзаков, я понимаю. Там зомби бегает. Нахуй ты меня стреляешь, я перестал стрелять, он дальше побежал, блядь. А в меня пули летели. Кто живой, кто бегает? Я живой. Я живой тут. Я наверху стою в елке. Я смотрю на эти трупы все. Борис. Убегай, я просто как бы. Сука, я убил кого-нибудь. Да. Ты троих убили, вон там три трупа валяется. Я положил троих, красава. И четвертого тоже туда. Красава. Там с Эмкой кто-то был или с калашом издалека по нам стреляли. Да, это они приняли меня за своего. А вон бежит кто-то к ним. Ебаш, еще один какой-то тип. Он вниз спускается, вниз бежит. Не, сел под елкой. Там еще один, их двое. Их двое. А нет, это зомби его бьют. Стреляй. Вниз бежит, вниз под елки к вам бежит, где вы сидели. Вот он. Внизу там. Во-во-во, да. Все, упал он. Он лежит. Я его перебанул. Кто с калаша долби дальше? Это пиздец. Я подойду, ник его чекну. Я к нему иду. Я ник чекнуть хочу. Приезд какой-то. Бля, ребята, вот я,
сука, патроны заканчиваются. Давайте сюда вниз. Я оставлю 15 патронов, ребята. 15. Так, патроны на 74 забрал. Короче, давайте вниз к домам. Скидывайте с этих хуесосов вниз к домам, залейте мне кровью. Я ебал тут. Давай, бегать. Пошли вниз. Он стреляет, я выжму вспышку. Нет, где стреляют? Нет, никто не стреляет. Ближе вниз к одиночной тюрьме. Да? Да, да, да. Иду. Там убили, возможно, кого-нибудь. Береги к домам, блин. Вижу, чела тут лежит около елки. Это вот... я лежу тут, лутаю. Беги, беги к домам. Пиздец, зелёно. Вот это мясо, блядь. У тебя блядь. Все руинит, Пигон. Че, у меня ничего не руинит, ты че? У меня все нормально. Он лутает тут рядом с тобой. А, нет, ну, тут труп какой-то лежит. Там три трупа наверху лежит. Блядь, просто дичь. Борис, я в зеленом доме тебя жду. А я в черном. А, ну давай в черный перебегу. Сука. Я у него черный рюкзак забираю. Ебануться. Я понял по разгрузке, блядь. Ни у кого нету светлой разгрузки, сразу ебашить начал, сука. Так я вниз иду тоже. А так. Я стреляю по нему без разгрузки, блядь. И тут ты такой кричишь, нахуй ты меня стреляешь, блядь. Я перестал стрелять, и он дальше побежал, блядь. Сука, блядь, я потом ему накинул. В домах, каких домах вы? Да вот внизу здесь. Черный, да. Что сделать? Я захожу. На вход смотри. Да-да, я тоже иду. Ёх, РСП, блядь. Бля, я там мосинку просрал, наверху лежит под елкой, блядь. Так, не двигайся. Так, тихо, блядь. Это я. Что было, блядь, сейчас? Это какое-то мясо, блядь. Просто дичь. Блядь.